take it down a bit. Some of those good old classics, Liberty City, you know, like back in the days, let's have it. Привет, Кармен. Это Кармен? Хочешь сходить со мной на свидание? Заезжай за мной в течение часа. У меня будет время для тебя. Отлично. Скоро увидимся. Ah!
Ладно, начнем, пожалуй. Мне нравится, но... Она явно не из дешевых. Когда ты стоишь рядом со мной в этом прикиде, я тоже хорошо выгляжу. Exactly what has gone wrong with Western civilization. These commercials are shit. Art is being redefined. It's all Russian. Bow is incredible. Music is now a thing. Пойдем напьемся, Нико. Кармен без труда стала твоей лучшей девушкой. Это уж точно. Отлично, я доволен собой. Пошел ты, Нико. Думаешь, ты лучше Кармен? Нифига подобного. Ты просто кусок дерьма. Что ж, спасибо за безграничное доверие.
Тебе повезло, что Кармен гуляет с тобой, детка. Ты ведь с ней совсем ни одного поля ягода. Она должна тусоваться с известными рэперами и футболистами, а не с гопниками вроде тебя. Всякий раз, когда Кармен соглашается пойти с тобой, тебе улыбается удача. Ну еще бы, я очень ценю это. Пошел ты, козел. В чем же дело, Кармен? Если я правильно понял твои знаки, ты не меньше всего хочешь, чтобы я зашел. Кармен хочет, чтобы ты зашел. Эй! Lucky man, how lucky are you? Me gusta, papi. This is the land of shameless opportunity. Stay where you are, and I'll see you. Overly dramatic one-liners. The question is, thank you.
it short. Don't try anything you might regret. May Poseidon swallow you whole. Колотріпа? Привет. Кармен под одеялом, Нико. Она будет готова где-то к часу пополудни. Тогда и перезвони. Ладно, Кармен. Прости, что побеспокоил тебя. Stop touching me!
Нико, это Кармен. Я сейчас сдохну. Меня тошнит от работы медсестрой и от всех этих больных. Но ты мне нравишься, детка. Я подумала, что если тебе когда-нибудь понадобится помощь медсестры, просто позвони мне, и я постараюсь проконсультировать тебя по телефону. Ты почувствуешь себя гораздо лучше. Черт, ты правда можешь это сделать? Это очень мне пригодится, Кармен. Поговорим попозже. Кармен, я попал в переделку. Может, посоветуешь какое-нибудь средство? Просто успокойся и убедись, что хорошенько прижал раны. Потом перезвони, Кармен, ладно? Спасибо, Кармен. Мне уже стало немного получше. Hello there.